В общем, мы недавно выступали на радио, и там пришла такая идея флешмоба. Нам прислали его в комментарии, мы решили это сделать. Сейчас мы раздадим белые листы. Вы, как в школе, передавайте по одному друг другу. Они нам понравятся посреди песни. Макс еще одну песню с нами завалит, которую он на альбоме записал тоже вместе с нами. Песня называется «Белый флаг». Эти листы будут символизировать белые флаги. Пацаны покажут вам, когда их поднять. И в определенный момент мы их разорвем, потому что мы не готовы выкидывать белый флаг. Мы всегда готовы. Но с самого конца песни не отпускайте флаги. Можете ими махать, дирижировать в такт музыке. Это будет просто здорово. Это будет настоящий флешмоб. Чтобы у всех в зале были белые листы. Ну что, я думаю, что мы начнем. Да? А вы разберетесь с листами. Пацаны, вы готовы? Сами, погнали. Это будет здорово, поверьте. Давайте веселее, веселее! Праздник сегодня! Эй! Руки вверх!
Спасибо большое! Спасибо, друзья!